Да блин, я чуть штаны не наложил. Игей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Стаканчик, Семка, King and Fire, Quest, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень классная рубрика, которую вы любите смотреть на моем канале и набирать миллионы просмотров. Аниматроники пугают охранника. Карта FNAF 4, которую мы не записывали 1000 лет. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Как всегда, ваши любимые бабушкины калитки. А ну, пацаны, понажимайте кнопки, проверим, что все работает. Так, прижимная работает, отжимная работает. Отлично. Ну что, выживание началось? Аниматроники сегодня очень злые, надо быть очень внимательным нам. Слышь ты, чили... Эй, наваливаемся все на калитку, наваливаемся, толкаем, толкаем. Отлично. Я пролез. Не, все... Да как ты пролез? Ты же толстый маленький чилипиздрик. Ты должен был свалить отсюда. Калитка наверх поднялась. Я зашел. Так, ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Это кто издает такой конченый... Эй, держи, 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 нажимай, нажимай. Один наш пожар. Эй, зря ты калитку сел. Надо строить, ребята, сейчас мы построим заново калитку. Покажу, как строится. Кто не знает, вам все покажу. Ставите прибор. Прибор. Ставите коллитейшн. Берете веревку. По уголкам. Вот так вот. И вот так вот. Берем толкатель. Вот так вот. А ну-ка, проверяйте кнопки, работает? Отлично. Ребята, все отлично. Бабушкины калитки, как всегда, рулят. Внимательно слушаем. Пока будем использовать кнопки в самый крайний момент. Будем просто толкать калитку своим весом. Надеюсь, это поможет. Толкаем, толкаем. Так, где наваливаемся. Ушел, ушел. Так, на эту сторону пошел, ребята. На эту сторону. На улице красный туман. У нас все по канону FNAF 4. Эй, пацаны, вы что там делаете? Эй, блин, да ну что ж мы так играем, не внимать. Я специально подался, чтобы было интереснее. Аж смешно, да, стало, Серега? Подался специально. Да, я подался. Я все это время у тебя за спиной стоял. Да ладно, да ну как? Должно быть справедливо, ты несправедливо играешь. У аниматроников справедливости нет, главное убить охранников. О! Что это за звук конченый? Походу, это тихо-тихо-тихо-тихо. Давим, давим на ворота. Давим на ворота. Он вырубился. Выключился? Серега, у тебя батарея слабая. Это у тебя, конечно, не от Nokia. Nokia говно. Какой? Nokia класс. 3310, ты шо? Вообще 100 лет 1% только снимется. Ну, говорит, нашел телефон в 94 году, положил пиджак, до сих пор заряжен. Слушаем. Он в шкафу, да как ты там оказался? Эй, включайся. Ой, подлец. Проснулся. Это разве честно? В шкафу оказался, а он выйти не может. Хе-хе-хе-хе. Серега, ты выйти не можешь со шкафа. Опа. Сломался. Да блин, я чуть штаны не наложил. Серега, ну это же... Говняшек на валяшек, да? Говняшки не валяшки. Надо запомнить эту пословицу. Так. Хорошо, Серега. Я знал, что ты злой аниматроник, но не настолько. Ты прям вообще молодец. Испуганно жестко, кстати. Я даже не ожидал, что будет смертельная схватка. Слышите? Слышите? Он опять там что-то делает, химичит. Дышит. Вот он, вот он. Да? А, тихо! Фу, блин, это всего скример, это всего... На другую сторону быстрее бежим! Так, пацаны, с той стороны тоже стойте. Мы должны с двух сторон стоять и контролировать. Ой, давайте поудаляем двери.
Всю карту удаляем. Ах ты, блин! И испугался. Ничего. У тебя зачем может прийти? Кстати, он когда пугает, нету быстрого бега. Вы можете только медленно ходить, шкандыбать. В невидимке. Да? Вот жопа. Да ты задрал! Слышь, ты, пугач! Мне уже этот, я на стуле стал выше сидеть, я даже кучу навалил. Зато кирпичный завод откроешь. Сразу жопа прессу их. Кирпичи в виде формы жопы. Собаки гавкают, что такое? Вы его слышите? О, мелкий. Держите ворота! Держи, максимально толкайте вперед. На другую сторону, быстрей! Он сейчас сюда придет. Мелкий! Да ты задрал, обманщик! Нормально, держим. Привет. Вы его видите? Нет. Ну его слышно. Он где-то ходит тут, прям рядышком. Ого! Он сверху. Это что за челепиздрик тут ходит? Где-то он ходит? Я прям внимательно слушаю. Ладно, двери толкайте, потому что он реально может их открыть. Сверненько. Тогда он реально ходит и хочет нас замочить. Но у него не получится, потому что лучшие охранники собрались на этой карте. Серега, хватит пугать. Вот он! Толкаем ворота все вместе. Есть. На другую сторону идем, сейчас сюда придет. Ты что тут делаешь? Ты рукастая чучело. Блин, я его не слышу. Где ты? Я стрелял. О, капу. Слышь, ты шкафный. Ага, точно, это тень падает от него. Я так внимательно слушал, сосредоточился максимально сильно. Вот лапа. Серега, мы тебя видим. Я знаю. Он в кафу. Вот какой кабан пришел. Ого, у него челюха. Ого, пацаны умирают один за одним. Да ну я же как бы, ну, этот, стоял там на люстре. Серега, молодец. Молодец. Давай, испоганься. Так, все работает, все работает. Ого, калитки лупашат. Закройте за мной дверь. Да ну блин, а! Ну Серега, ну что ты такой хорош? Это тебе месть за то, что ты это меня мучил в прошлых видосиках. Я тебя не мучил, какими калитками мучил. Бывшими. Буду теперь каждые 10 секунд приходить и мочить тебя. Нет, я не разрешаю. Все, ребята. Закрыли, и пусть будет так работать. Чтоб Сереге было тяжело к нам подобраться. Ой, наш. Извините. Наш там остался. Заходи. Давай, попробуй, Серега, зайти. Подвинь калитку. Тебе не хватит силы. Ты уверен, Дим? Да. На все 100%? Да. Точно? Да. Все 110%? Да. Проверим. Ой-ой-ой. Да ну как? Ну ты читер. Ребята, ну он специально так делает вещи. Мерзко. Так.
О, давайте сделаем сейчас наоборот, дуэль сделаем, что Серега должен нас бояться. Я удаляю калитки. Да ты задрал! Так, пацаны, берите все оружие. Сейчас мы выдвигаемся на аниматроников. Готовы? Конечно. Так, я взял оружку. Серега, взял админский пистолет. Если ты меня попадешься на глаз, я тебя замочу. И смой в унитаз. Прям складно сказал. Да блин, значит, сердце не встало, хватит. Ну, Серега, ну ты сильно... Ты знаешь, я реально испугался. Еще этот скример на весь экран, прям немножечко очково. Испугались? Обострались. А, он взял аниматроник, который бьет на расстоянии. Да ты задрал! Как ты нас убиваешь? На первом этаже, что ли? Серега читер. Привет. Нет. Вы меня просто не видите. А я стал под таким углом, чтобы вас мочить. Да ты задрал, марионеточный урод! Нифига себе она лупашит. Всех сразу, да, убила? Так. А кого, какое оружие взять? Идемте, идемте, пацаны, не сыте. Да ты смотри! Чучело мяучело. Он, короче, в комнате сразу справа. А, через стены, да, мочит? Ну, там проем есть, мы там... Ой, ой, да блин, да что ж такое? Да, он там, походу. Это псих. Давай, выходи, секунд. Выходить? Да. Ой-ой-ой. Давайте, пацаны, наваливаемся. О, стойте. Знаете, что надо взять? Красные гранаты. Красными гранатами забрасывать. Так, оружие. Ой, а он тут. Слышь, Серега, я сейчас буду злиться очень сильно. Сейчас, 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 пацаны, не переживайте. Нашел, нашел. Так. И берем оружку и красные гранаты. Так, где ты? На, попей. Да смотри, что ж такое, а? Сам от гранаты сдох. Ты слышишь, ты? Я буду нажаловаться в суд. Давай. Ой-ой-ой, кто-то кинул красную гранату возле нас. Какой же это умный человек? Это Серега. Не, это квест. Хорошо, пацаны. Надо его... Где же он ходит? Он дошел к... Просто... Серега, ты задрал! Как с тобой бороться? А? Ну, догадывайся. Сейчас, 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 ребята. Что мы сделаем против Сережечки? Серега, тебя резать буду. Это была месть за всех пацанов. Ну, слабо. Обидно то, что я убил всех. Слабо? Сейчас это слабо? Сейчас тебе продемонстрирую. Вот мощная бомба. Ого. Вот это нормально, Серега? Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте репу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. И всем пока. Ты сейчас...